У нас сегодня замечательное событие, культурное событие. Оно замечено будет не только в нашем городе, оно будет замечено и во всем нашем регионе, во всей России и даже за его пределами. Каталог посвящен 200-летнему юбилею Петра Ершова. Проект содержит в себе произведения современных мастеров традиционных художественных ремесел и промыслов. Издание каталога стало возможным благодаря поддержке депутата Тюменской областной думы Евгения Макаренко. Молодежь, да, она более компьютерными технологиями сидят, общение через интернет происходит. И тем более это электронный каталог, где они могут ознакомиться, где-то может передаваться и наглядно изучить материал. На создание электронного каталога ушло много времени и сил. Но это стоило того, ведь благодаря стараниям большого коллектива память о Петре Ершове будет жить вечно. Это более современное, более тиражируемое решение. И на бумаге не умещается такое количество фотографий, которые мы сумели уместить в электронном каталоге. Это во-первых. Во-вторых, благодаря интерактивности, то есть там есть подвижные элементы, как бы для более молодой аудитории это более приятный, более знакомый формат. К слову, некоторые из представленных в каталоге работ можно было увидеть на выставке в Тюменской областной думе. Процесс сам был создавание работ наших авторских. Очень был такой волнительный где-то и моментами наполнен прямо таким вдохновением, особым таким каким-то шармом. Это все создавалось душой, поэтому так как мы художники, скульпторы, керамисты, поэтому нам, как бы, конечно, было приятно создавать такие вещи. Все мастера, о которых рассказывает каталог, получили издание в подарок. Часть тиража была передана в дар музеям и библиотекам города Тюмени и Тюменской области. Но впереди электронного конька ожидает презентация еще в 8 странах мира. Артем Люманский, Николай Салдаев. Специально для Евразион ТВ.